До 400 метров в условиях метели служащие 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа провели боевые стрельбы из реактивных огнеметов «Шмель» и «Приз» с боеприпасами объемного взрыва, который по своим возможностям превосходит даже артиллерийские орудия. Учения проходили на полигоне в Рощинском. Согласно сценарию, необходимо было в ближнем бою в плохих погодных условиях уничтожить замаскированные точки противника. С поставленной задачей огнеметчики справились успешно. Такого рода практические занятия проходят после длительной подготовки на тренажерах. В боевой же стрельбе допускаются военнослужащие, отлично выполнившие задания на учебных орудиях.